Всем привет, вы на канале Паша Кин Гейм Ченнел. С вами, как всегда, я Павел, и мы продолжаем проходить Bloodstained. Что же, я нифига не помню, на чем мы остановились, потому что не... это было 4 дня назад, последняя серия записывалась. Ас! Не лучшее место для начала. Давай посмотрим на карту. Но это мы уже прокатились на колеснице, вот я начинаю вспоминать, по-моему, где-то вот отсюда. Сюда. Комната быстрого перемещения у нас теперь есть. У нас выбор, либо идти как-то стараться наверх сюда, и двигаться сюда дальше, где, я думаю, как раз таки и будет главный квест. Там два сундука. Что-то непонятное в этих комнатах. Ну давай, давай, давай. Нет, сними, пожалуйста. Куда, вниз? Давай вниз. Ух ты. А что? Макс УЗ. Ни хрена себе, за Макс УЗ можно и получить паг... Погода у меня отвратительная, и это я к чему тебе рассказываю, потому что не должно быть в конце июня плюс 12 где-то на улице, прям вообще не должно. А так как ты увидишь эту серию сегодня, я буду продолжать бухтеть. Я шучу, я не буду бухтеть насчет погоды. Воу! Ты молишься или как? Братишка, ты как? У тебя из головы штырь торчит. Ой-ой-ой! А, неудачник, да? На, получи, козел. А знаешь, что я могу? На! Хоп! Хоп! На, нахрен! Тихо, земельцы-то, не кидайся! А, ты рыцарь? Ты рыцарь, которого припахали, да? Рыцарь-неудачник. Если ты такой, ты правый рыцарь, такой здоровый, серьезный, брутальный, а тебе говорят, иди-ка ты, короче, в шахты копай. Давай, давай сюда, ближе, да ближе давай. Оп, досвидули. Сможешь? Смогет, смогет. Сколько тебе нужно? Один, два? Нет, больше неудачник, конечно, этот. Давай, еще раз, еще ближе. Это ты как сейчас сделал? Скотина. Но долгий враг, долго его надо убивать. Не знаю, куда мы движемся, но куда-то движемся. Блин, сундук похерили, да? Емкость подняли. Все, а все, писец, наверх к сундуку никак. Ну ладно. Видимо, там были еще какие-то, да, секретные местечки. Ну не успели. Конечно, против этих чем-нибудь стреляющим лучше всего. Блин, не на ту нажал. Но чуть-чуть отвык играть все-таки. Четыре дня. Четыре дня игровых дня было с ней. Откровенно, просто не было времени что-то записывать. Вышел этот новый Ктулху. Игру мы проходим сейчас уже да, только на стримах, поэтому время появилось. И помимо этого, то есть, понимаешь, я еще чем-то занят. Не-не, под воду не надо. Не хочу под воду! Почему мне кажется, что мы движемся далеко назад? Да? Оп, аккуратненько. Да, блин. Ты неприятный какой, а, земельцы? Да хорош тебе. Заманал. Пол здоровья. Один черт снес. Пол хп. Знаешь, что не хватает? Не хватает осколка, который будет хилить. А тут, походу, все, да, уже без вариантов. А я могу нырять? Серьезно? Я не могу нырять. А если я могу, то я не знаю как. Она всплывает, она воздушная совсем, у нас девчонка. Ладно, воздушная, там хотя бы подъем был наверх, а то бы мы были в заднице, конечно, в глубокой. Ой-ой-ой-ой. Я не хочу к нему подходить. А-а-а! Маны подо все не хватит. Давай его вот так добьем.
Мы стену проломили. Все, скопытился. Оп, не достала тварина. Что это такое? Максу... О, вот это вообще супер. Максуэм. Что это такое? Сэцукон. Связывайте вместе до трех сильных ударов, повторяя команду. Ну ты знаешь, да, как у нас дела с этим обстоят? На! На! Жалко у него... Я первый раз заметил, что мы ему ноги отрубаем. Какая кровожадная игра. Ладно, мы сейчас снова вернемся, подожди, никуда не уходить. О! И хилочки тратить не придется. Ладно, на самом деле, у нас открыты быстрые перемещалки, поэтому не страшно, что мы куда-то... Мы, скорее всего, двинулись куда-то назад, да? Где мы? А где мы? Ой, блин, мы вообще вот тут. Ну, не сказать, чтобы назад, но уже пора подниматься. Скорее всего, мы сейчас будем подниматься наверх и вот сюда придем. То есть круг сделали, ради чего только? Непонятно. Не хочу к нему вот таких пространствах, к этому говну земельному приближаться. Реально, он гандон земельный, он... Тот, кто мне посоветовал пользоваться длинными мечами, на респект тебе и уважуха. Они действительно бьют сквозь стены, и это здорово, это правильно, это правильно. Ну, ты ж понимаешь, что длинный меч в любом случае бы ударил сквозь... Оп! Это же сверх... Это сверхреалистично. Ну вот, с летучими мышками уже тяжело. Опа, смотри, что здесь. Допрыгалась? Чё, тяжело земельца кидать, собака? Ах ты... Давай, твоя земелька против моей магии. Воу! Тихо. Нах, пошел. Осколки, короче, вообще вещь. Осколки вещь, осколки спасают. Побольше бы маны. С этим, к этому ближнюю вообще неохота подходить. На, ну это... Офигеть, он толстый. Просто даже то дерьмо. Ну, вот этот летающий не такой толстый был, как этот, а выглядел гораздо сильнее. Иди нахрен. Куда мы идем? Что мы делаем? Мне кажется, это не по квесту. Да бей! Умрем сейчас нахер! Зажали в угол, скотины, твари позорные. На, тварь! На, долбан... А, это, блядь, жаба! Охренеть! Блин, ну ты чё? Вот сейчас вот то, что происходит, мне не нравится. Переигрывать мы не будем, в любом случае будем хилиться. Давай сначала осмотрим здесь все. Блин, представляешь, все из-за жабы. Иди отсюда нахер. Нахер. Да нет, ну хорош. Нет, оттуда уже все. Ну стрелять я не буду. Я не буду стрелять маны. Сильным зарядом маны. Дорогим, в смысле, чтобы купить что-то дешевое, чтобы получить меньшее ее количество. Ну, это совсем глупо, это расточительство. Какие-то монетки. Так, я вижу сундук. О! Не, ну теперь мы точно, мне кажется, поднимаемся, чтобы выйти уже куда-то. Так, а как туда мне опуститься? Блин, офигеть тут проходиков, конечно. Пошли чекать, что делать. Пошли чекать. Серия будет называться шахтерская, скорее всего, да, какая-то? Потому что мы в шахтах что-то...
На, блин, козел. Слишком много времени теряем. Сейчас прикинь, по-сетски какой-нибудь вылезет. А, понятно, спасибо. И, естественно, враги все респаунились. Но, с другой стороны, левел тоже новый не помешает. Оп, не выдержал этого дерьма. Лёва не выдержал этого дерьма и слился. И же обратно не поднимется. А мне как поднять? Подожди, а мне как подняться? Отсюда что ли только? Сколько? Три, по-моему, удара надо было, да? Три удара. О, осколок. Спасибо, Лёва. В целом, открывать карту-то оно неплохо. Слушай, интересно, вся игра будет в этом замке? Если просто вся игра в этом замке, то... Хотя он такой огромный, тут локации тоже меняются, как видишь, поэтому, ну, ничего страшного в этом нету явно. И изучать карту от этого, ну, от нас не убудет точно, мы будем прокачиваться, лутаться. Кстати, а новые предметы есть какие-нибудь? Снаряжение? Нет. Шляпа. О, берет зверя. Удачу понижает. Ну, повышает. А что это такое? Слово отражено. Что это? Почему опять он поднимает? Ну, удача. Зачем нам удача, когда у нас будет защита мощнее и телосложение? Да, чтобы она, наша девчонка могла грудью все выносить. Кунг-фу жилет. У нас упадет атака, сила упадет, но вырастет интеллект и раз. О, кстати, тут прибавилось. Так, это что, у нас опять раз понизит, но интеллект защитой повысит. Маска. Не, маска до сих пор рулит. То есть, ну хорошо, давай пока так пойдем. Итак, шляпу надели уже. Погнали на самый верх. Короче, да. Главная беда Лёва в том, что он к тебе может резко очень вернуться, а ты этого не будешь ожидать. Да ты заманал! Серьезно? Может, уже умрем? Походу, мы сейчас умрем. А можно сейф? Все, писец. Да ну нахер, ну как через стену-то? Ну через стену! Ну я манал, давай захилимся. Большое зелье выпей. Хотя бы точку быстрого перемещения. А, да, блин, вот, конечно, да, да нахуй. ХП-ху-то мы восстановили. Ну ладно, зато общее количество подняли до максимального за. Не зря сходили, конечно, не зря. И одно зелье, это точно этого стоит. Какая-то, видишь, у нас серия сейчас получается с тобой, ну, по апгрейду себя, да, по прокачке. Ну и такие серии тоже нужны. Копательная, я бы сказал, серия. Даже не шахтерская, а копательная. За крит спасибо. Лезь. Вау! На, сукин сын, вообще оборзевший, блин. Давай, ближе подойди, я знаю, что тебе много не надо. На. Ну, три удара, если... Демонов убито, 2 из 4. Мы, видимо, квест какой-то, да, под это дело взяли. Кстати, мы же квесты еще дополнительные выполняем. Пойдешь сюда? Давай, неудачник. Ближе. Не, она, можно его сразу бить, короче. Не обязательно, что... Да как ты заеб...
Как они меня бесят! Ну пошли дальше. Можно же какую-нибудь сейф-комнату или как подняться нам? О! Лифт. Ага, не успел. А давай сначала посмотрим, что внизу. Воу! Воу! Что это такое? Где вы? Нате, пацантре! Да на! Блин, их по двое ходит. Мы с Тамарой ходим парой, да? На! Какие-то летающие рыбы, блин. Так, Лёва. Все, зачистили локацию, да, вроде? Ману нужно срочно восстанавливать. Не, я как бы не против их погасить-то. Да вот если бы она не получала урона, просто столкновение с ними. Ну это же... Это так, как в Марио, блин. Вот любят японцы, что нельзя дотрагиваться. Делать так, что нельзя дотрагиваться просто до врага. Делать. Вон, Resident Evil, ты хоть целуйся, зомби, пока он тебя кусать не начнет. Вот это вот, ну, чмокаться с ним вообще за милую душу. Мы собираем ману, если кто-то не понимает. Молотоглав. А, ну они же должны закончиться. Тут же конечные монстры на локации. Но они не сильно дамажут. Ну как не сильно, да как все, в общем-то. Короче, а могли бы просто пролететь. Ну не, это не наш стиль. Знаешь, стиль меньше страданий не наш. Мы идем дорогой очень-очень больших страданий. Ни хрена. А сейчас выяснится, ключа нет, да? Нет, спасибо. Че, серьезно, отсюда? Я понимаю, где мы. Отсюда? Ну это было вообще круто. Прям апгрейд апгрейдный. Давай, иди сюда, собачка. На, неудачница. Видала, как можно магией силой земли через двери тебя бить? Блин, ну против летучек это, ну, прям невозможно. Да ты чё, охерел, псина костлявая? Плавленая кость. Это как плавленый сырок, только кость. Так, ну мы можем быстро переместиться как-нибудь. Как-нибудь. Да ни хрена. Придется бежать туда дальше по прямой. Ну пошли. Мы еще, кстати, выше даже тут не поднимались. Офигеть. Это там, где эта тварь. Ну. Здорово. Не-не-не, к нему близко нельзя. Он слабенький. Он слабенький, поэтому не, уже не доставляет нам. Быть с тобой уже, о, как я, на каком уровне. Во как он, на каком. Ой, радует, то есть пока смертей больше нет, да? То есть только боссы нам какие-то могут доставить. Два удара. Два удара вообще леголасом прям нравится наносить. Нам бы какой-нибудь новенький длинный меч. Квесты сдавать нет смысла, да? Подожди, а есть у нас на архивы, в архивах задание? Смерта убить. Смерта убили, да, как я понимаю? Вот оно стоит звездочкой, да, типа, да, завершено. Активно демонов. Дуло молот. Дуло? Кому он в дуло? Аннета, Еремунда, Сабнака, Барбатоса. Ну, хотя бы демонов уже понятно, что двух убили. Это вот этих летающих, да? Дэн будет отомщена. А, ну, слушай, ну тут же главное найти одного. Ладно, просто будем двигаться дальше, а там всех убьем. По-любому.
Летающих несложно. Летающих прям хорошо, да, я бы стал даже гасить. Так, а мы сюда еще не ходили. А, нужен ключ ратного коня, да. Точно, точно. Так, давай, неси меня, олень, в твою страну оленью. Угу. А, да-да-да-да-да. Мне не нравится то, что на ней эта маска, она дебильно в ней смотрится. Но, так как статы, короче, важнее. У нас очень красивая девчонка, зачем ему эта маска? Ну, теперь-то уже мы пойдем дальше, да? Нам перемещаться нет смысла, нам прямо-прямо, ну, просто прямо, да, вот сюда вот. В начале серии мы пошли вниз. Ну, внизу мы объективно тоже, конечно, не все осмотрели. Наверняка там комната быстрой перемещалки была бы. Была бы, если бы мы дошли. Но мы не пойдем сейчас уже опять туда. Так, феечка Вин, сиди отсюда нас. Да ладно тебе. Поднимайся, давай. Мне кажется, феечки без... Ну, без... Не злые. Без... Ты чё ругаешься? Опа. Зеленый, зеленый осколок. У нас тут нету. Осколок спутника. Сила магии призывает вам спутника, не расходит ТОМ. Серьезно? Призовите на подмогу Карабосу. Карабосу Барбаросу. Подожди. Осколки. Оно встало вместо чего? Во, просто в спутнике. А ты, может, ты будешь хилить уже? Блин, феечки, молодцы, что умираете. Книгу какую-то нашли. Так, что делает феечка? Ой, блин, она плюнула чем-то в него, но промазала. И она прокачивается. Ладно, меня это вполне устраивает. На, уже не так скучно, да, уже, наверное, будет ходить, там что-то говорить. Это мы читали 100%, потому что тут были. Не-н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 е вниз. Это еще один бесполезный друг. Да иди ты в жопу, ты что, серьезно думаешь, что я буду с тобой драться? На! А у него во рту, да, что-то застряло? Глаз, что ли? Чего у тебя во рту глаз застрял? Она пока сообразила, что нужно стрелять, я уже закончил с ними. Все, дальше мы не ходили, дальше. Может быть, что угодно, даже вплоть до босса. Шесть! Она всего 6 наносит им. Ну, здесь она такая чисто, знаешь, ну, чтоб была. Нет! Да я не хотел туда-то. Надо еще вниз бегать сначала. Наверняка там, если дальше по-сетски какой-нибудь, сейф-комната должна быть. На самом деле мы же... Ну... По-моему, они просто по приколу тут феечки эти. Да, я же говорю, сейф-комната. Значит, впереди босс. Но нам не помешает с тобой засейвиться. У нас есть... хилки. У нас есть с тобой феечка. А сюда что? Перемещалка? Можем сюда пройти? Да по-любому можем. Ладно, если что, мы застоялись. Может быть, это обход какому-то. Мост несчастья. Подожди, сначала перед тем, как идти туда, мы должны обратно сходить. Ну, потому что вот эта вот сверху часть комнаты, она, ну, явно, это не какая-то тогда новая локация получается. Блин, мы просто убиваем деда быка. Ну вот дед быка, ну вот он чем провинился? Он тем, что он старый. Как эти феечки, ну, какие-то просто экзекуторы местные. Пришли, убиваем всех подряд, просто пришли, убили, пришли, убили, пришли, убили. Они даже не хотят нам башни драконов-близнецов. О, а тут музыка лучше, останемся здесь. Ах ты, козел, падла, тварь, урод. Он пока он думал, слишком долго думает, мужик, чтобы чем-то в меня кинуть.
Ну все, фонарики пока нет смысла собирать. Ой! Ой! Оса! Кидай! Слышь, оса! А это что за дерьмо идет? Волколак, что ли? Не вижу нифига. Ой, блин, кстати, извини. Ну ладно, ты ничего особо не потерял. Совершенно забыл про вебку. Совершенно. Ну, то есть, ну а что, мы же даже не умирали. Макс УМ. Вот это вот за это спасибо. Дерево. Меня могло насмерть придавить? А давай внизу посмотрим, что находится. Книга какая-то. Ну, то, что тут на скорость нужно подниматься, это ничего страшного. В смысле, а где сундук? Видимо, выше, да? Где-то над нами какой-то здоровый чертило ходит. Так, я понял. Вот тут же сундук, да, должен быть где-то? А, уже поднятый? Опустись, пожалуйста. Спасибо. А, ништяк. Поднялись. Ладно, можно в любом случае отсюда подняться. Как-то еще можно было, ну, понизу на мост пройти. Но мы пока идем наверх, в башню. 100%! Вот почему-то мне кажется, что в башне будет босс. Не-не-не, я не этого хотел. Там Макс УЗ. Как нам дойти до Макс УЗ? Да... Это бесит, когда, знаешь, какие-то полписечки не хватает, чтобы допрыгнуть. О. Ты умирать-то будешь? Да, блиха-муха, бляха ты муха. Музыка мне нравится в этом месте. Давай, погнали. Не понимаю я приколы феечки вообще, не понимаю. Ну как, чисто... Вот, она бы, вот если бы она на себя внимание отвлекала, вот это было бы клево. Но она на себя не отвлекает внимание, там мы допрыгнуть не можем. Писали в комментариях, что будет двойной прыжок. Ладно, пошли туда. Но попозже, значит, только петушара новый. Или старый. Слушай, ну это новый петушара, более сильный. Иди нахер, петух. Блин, феечка очень долго соображает. А я их уже убиваю, а она до сих пор. Она готовилась выстрелить. Что это? Есть двери, которые можно открыть, подержав перед ними руку. Мириам, наклоните, ага. Чтобы выбрать направление. Хорошо. Это вот ты об этом? Не совсем понимаю, что сейчас происходило. Роберт Дауни-младший, бляха, на картине изображен. Я тебе говорю, смотри. Слышь, разрабы, вы меня уже доконали. Это же японская игра, почему? Но европейские рожи. Приятная компания призывает Полтергейза, создавая защитный барьер. Ну хотя, ладно, что, интернациональная команда, почему нет? Между прочим, она, феечка, сейчас в кои-то веки кританула картине. Она сумела нанести крит картине. Спасибо тебе большое, феечка. Но мы сейчас опять их будем убивать. Джибель. Смотрите-ка, сколько ты уже собрала осколков. Как тебе нравится управлять демонической силой? Ничего особого, это просто сила, и я и управляю, так что... Так что сила — это человеческая. Ты глупа, если полагаешь, что сможешь питать столько зла и остаться человеком. Нет, ошибаюсь, здесь не я. И я не сдамся ни тебе, ни им. Никогда не говори никогда, Мириам. На! Что это было? Дед, ты чё? Ты у меня в руках, Джибель. Либер Логает мой, я верну его.
Как ты вообще выжил? Я не повинуюсь приказу мертвеца. Мое дзен против твоего, давай. Но уж нет, твоя очередь умирать. Следующая атака, я не промахнусь. Повелитель, вы должны сохранить энергию для короля Баала. Да, ты права. Тебе повезло, старик. Сейчас нам придется деда убивать. Ушел. Альфред, я не дам тебе использовать Либерлогоед, чтобы погрузить мир. Ты что несешь, дура? Ты что несешь? Он сейчас с нами драться будет. Я отправлюсь в погоню, пока еще след не остыл. Дед, спасибо, что тебе плевать на меня. Спасибо большое, спасибо. Я не засейвился просто. Смотри, а феечка сдриснула, когда началась, ну, реальная заваруха, да, то есть она просто пропала. Она подумала, да ну нахер. Пускай эти там колдуны вонючие дерутся, я так. Музыка-то меняется. Знаешь, есть такая, ну, грубо скажу, скрипачка, наверное, да, это правильно сказать, нет? Или инсистирует, вот мне тоже нравится, что он делает. Vivre X Machina. Что это за место? А можно сейф комнату где-нибудь уже? Мы довольно далеко прошли в этом месте. Дух грома. Да хорош ли уже стрелять, когда, знаешь, на пепелище палками не машу, да? Вот, а ты это делаешь. Ну, дизайн уровень реально не, да не то. Вуду, это магия Вуду, я не знаю, она, ну, какие-то джедайские тоже способности использует. И есть двери, которые можно открыть, подержав, ну... Короче, мы могли тут быть, походу, чуть раньше, да? Иди отсюда вон! Я не знаю, чем мы призвали, но... Что это такое? Ау! Ты обезьяна! Ты чё? Он да... Нихера себе! Что это за дерьмо? Почему она нас только что чуть не убила? Да на полтергейстов-то насрать. Теть? До свидания. Демон, блядь, сраный. Нам его не засчитали, да? Можно уже, пожалуйста, и в комнату? А, я понял. Какую-то книгу нашли. Опять. Ладно, наверх нам пока не судьба. Три, главное три удара успеть нанести, пока он выйдет. Ну, конечно, смотри, а это дерьмо обязательно надо поднимать, да? Выводить. Давай не будем их освобождать, пошли они в жопу. Но они сильные! А как? А, да-да-да-да-да-да-да. Слышь, парниша. Тихо-тихо. Да, меня она доставляет. Какой-то... Это сапфир, да? Синие камни, это же вроде сапфиры. Ладно, путем дедукции такой нехреновой мы дошли доверху. Ни хрена, ну 68 дамага оно по мне наносит, это очень много. Снизу, если что, демон должна летать. Поднимется до нас? Да пускай поднимается. Пока она поднимется, мы уже, блин, знаешь, возле канадской границы будем. Так, можно и тут пройти, если что. Давай тут сначала пройдем. Давай! Так, здоровье не восстанавливается? Мы сидим, он смотрит на нас, мы смотрим на него. Ладно. Мы нашли новую маску, если что. Ну-ка, снаряжение. Маска ворона. Да не, ну это что, это все статы. Солнцезащитные очки. Ну, хрень какая-то.
На самом деле, если бы не карта, то я бы даже не заметил, что там можно пройти было. О, пухи! Да отстань ты от меня! Успел. New level! Иди, пожалуйста, отсюда. Ну, картинам стабильно три удара. Полтергейстом. Ну, как угодно. А может, это и не разрабы? Да нет, стопудово разрабы, я тебе говорю. Это вот прям... Да и давай, иди в жопу. Еще один демон убит. Нам еще... Давай сейчас еще одного убьем быстренько. Это же быстро. Все, квест выполнили. Да? Да, квест вы засчитали. Можно мне сейф-рум? Не сейф-рум, значит, нам не сюда пока. Хотя, слушай, а комната-то тупиковая. Да? Или нет? Да не, но она не может быть тупиковой. Потом сюда вернемся. Там что-то непонятки какие-то. Ты что, серьезно, книга, думаешь, что я буду с тобой драться? До свидания. Так. Шипы-то снизу мы сразу видим. О, книгу! Давай книгу, нахрен феечку. Данталеона. Давай проверим вообще. Потому что феечка что-то она тупит очень много. Я сказал, слишком много. Более мощный спутник. Более мощный спутник, чем кто? А, ну можно так перемещаться. Ну хорошо. Воу-воу-воу. Нифига себе, он разговаривает с нами. Че, смотри, ты смотришь на нас, мы смотрим на тебя. Я понял, понял, понял. Че, тварь наколдовала? А, он бафает меня? А ты можешь здоровье лучше устанавливать? Книга, а? Нет, нифига. Силу, он нам поднимает силу, он бафнул нам силу. Красава, я тебе говорю, книга лучше. Да прыгни ты уж, пожалуйста! Успели до смерти, успели. Ладно. Пожалуйста, сейф-рум, я не хочу тратить хилки. Игра, будьте справедлива. Спасибо. Вообще по красоте, да? На донышке дошли до сейв-рума. Замечательно. 25% карты уже завершено. Да. Story Rutem. Девчонка сидит, читает. Мы на этом заканчиваем серию. В следующий идем дальше. Да, страсти накипают. Видишь, мы какие-то эти маги, вот эта вся хераги тут появляются. Как-то так. Шахтерская серия была, есть и будет. Так, такое мы задание ей ставим название. Всех жду на следующей серии. Ставь лайки, подписывайся на канал. Ставь обязательно колокольчик. Подписывайся на группу ВКонтакте, Твиттер, Дискорд. Все ссылки в описании. Ссылка на прохождение также в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.